Деревня Вырубово, земельный участок 20 гектаров. Хозяйственные постройки, старая техника, заброшенные амбары, территория огорожена забором, въезд закрывает шлагбаум. Несколько лет назад это был коровник, а теперь территория с цехами. Осмотреться на месте. Плановый рейд на землях сельскохозяйственного назначения. Такие проверки администрация проводит раз в год. Периодичность с апреля по сентябрь. Без предупреждения, но и без вопросов к собственнику. Пока. Перед выездом анализ данных в едином государственном реестре. Прежде всего надо понять, есть ли признаки нецелевого использования земель. В настоящее время плановый рейд в осмотре проводится с применением мобильного приложения проверки Подмосковья, в котором реализована возможность геопозиционирования, фотофиксации там, наличия нарушений земельного законодательства. Цель оправдывает средства. В первую очередь собственник должен соблюдать земельное законодательство и не занимать землю самовольно. Рейды проводят с использованием мобильного приложения. После мониторинга при выявлении нарушений формируют документы о внеплановой проверке собственника земельного участка. Василиса Ивашкина, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».